Сегодня 14 июня, уже 7 час вечера, машин много. Идем к морю, дорога уже знакомая вам по первому видео. Наверное, на побережье тоже много народу, раз здесь много уже машин. Мусору тоже прибавилось. Видно, что отдыхающие приезжают, мусорят. Жалко, конечно. Кстати, днем сегодня температура была 42 градуса. В тени 37. Грязи, мусору никто не убирает, никому ничего не надо. Потому что это дикий пляж. Посмотрим, что на побережье. В прошлый раз здесь не было ни одной машины. В этот раз машин, несмотря на то, что все-таки уже вечер, отдыхающие есть. В июле здесь будет много народу. Солнце за моей спиной. Скоро уже будет на закат идти. Это можно видеть по теням. Какие длинные тени. Отдыхающих много. Смотрите, это вечер. Вот я на побережье. Можно даже слышать, как здесь шумно. Народу много. Катер вон там вдалеке. Отдыхающие вовсю купаются, детки купаются. Это вот зазывают на бананах там всякое это. А это внук пошел купаться. Вода. Вода, конечно, не сравнить, какая была в прошлый раз. В прошлый раз вода была прозрачная, чистейшая. В этот раз немножко мутная. На берегу-то вода теплая. Вон ребятишки как купаются. В прошлом году где-то 1500 банан был. В этом году не знаю, не спрашивала. Завлекают, завлекают на банан. Но желающих что-то я не вижу. Небо чистое. Солнце скоро будет садиться. Часов 7 уже начнет опускаться вниз. Вон чайка, чайка. Это вот на диване. Водный диван. У меня тоже есть видео, как мои на водном диване катались. И чайка летит. С собачкой пришли. Интересно, она тоже купаться будет?
Ну как вода, расскажи. Не брызгай на меня. Иди сюда, расскажи, как вода, температура воды. 26-27 градусов по Цельсию, давление нормальное. Течения нет, волн нет. А как насчет глубины? Песок? Глубина, ну, метра два через 2 километра будет. Примерно так. Холодная вода, нет? Теплая. Теплая? Говорю же, 26 градусов. Вот так. Вода зеленая, ноги видно. А какая вот глубина? Банка. Там метр, и все равно ноги видно? Такая глубина была. Это 1.5 метра, да, наверное? Наверное. Ноги видно. Значит, не мутная. Ага. Но 2 метра будет через 2 километра, потому что я шел и дальше уменьшался уровень. Так. Так, катер прошел, волны какие нагнал. Ну, ветра нет, так чуть-чуть легкий ветерок, такой приятный. Да, конечно, зря он в песке зарюхался. Вылез, это ж мир. Вон. Ну, кто не боится, кто не боится, тот вон по пескам шурует только так. Тяжело идти, конечно, пока дойдешь. О, смотри, что. Поэтому не стоит на машинах, поэтому и оставляют машины. Вон там. О, выехал. Фу, аванизма. Вот это вот колодки, конечно, бедные. Ну ничего, молодец, выехал. Чего они горами создали? Вон этот спокойно проехал. Так что стоит подумать, на какой машине можно подъезжать к берегу, а на какую лучше вон там подальше ставить. Вот такая машина тоже по песку прошла, спокойно преодолела. В прошлый раз я здесь фотографировала, снимала на видео, как сафора цветет. Она уже отцвела. Теперь вот видите, такие семена будут, наверное. Вон какие заросли. Но запах все равно сохранился. Пахнет очень сильно. Вот немножко осталось от того цветения, которое до этого я вам показывала. Все, отцвела. Вот мы уже отошли далеко, давно уже отошли на порядочное расстояние. Наверное, километр, а может быть больше. И музыка все равно слышна, которая на пляже.